На Вестелинского ЛПК я работаю с конца марта 2018 года, относительно недавно. Пришел сюда после 11 классов образования, закончил армию, школу. Первое впечатление, был в шоке, честно говоря. Да, такие масштабы первый раз, конечно, встречаешь, всегда это пугает, само собой. Но ничего, потихонечку осваиваешься. Сейчас, на данный момент, все, что можно, я как бы сделал, повысился. Вот. Дальше все зависит от образования. На данный момент обучаюсь в местном колледже Байкальском государственном университете. Да. В этом году буду защищать диплом. Далее будем получать высшее образование благодаря компании группы «Илим». На данный момент я работаю оператором обезвоживания установок 5-го разряда. Я занимаюсь контролем, веду технологический процесс обезвоживания. То есть к нам поступает осадок, мы его, естественно, фокулируем, обезвоживаем и дальше оператор долго выводит его уже на шлам, на коре шлам и так далее. Когда я пришел сюда, меня послали во вторую смену. Смена была, находился оператор обезвоживания также, который сидит за пультом. Это Мамедов Ильшан Фирудин Аглы. Вот говорю большое спасибо ему, так как благодаря ему я научился работать здесь. А там хочу сказать большое спасибо именно в цеху Гуриной Оле Александровне. Она тоже меня наставила на верный путь и так далее, далее. Также большое спасибо, хочу сказать, мастеру смены бывшему Хлебосолову Галине Александровне. Сейчас она работает главным технологом мощных сооружений. Вот они меня все потихонечку к этому вели. Здесь дают все, что нужно человеку для дальнейшего развития. Все дальше зависит от человека, хочет ли он дальше развиваться или не хочет дальше развиваться. В любом случае скажу так, идти стоит работать, хотя бы просто попробовать, что из себя представляет такое крупное предприятие и как сложно, есть какие-то тонкости свои в данных профессиях. В любом случае, если даже не понравится, все равно попробовать стоит, как бы отработать какой-то промежуток времени. И жизненный опыт появится, и технический, и биологический, и все вот с этим связано. Перспективно, надежно, стабильно.